период отпусков важно уделить особое внимание своему здоровью. Своевременная вакцинация поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией минимизирует риск тяжелого течения заболевания, напоминает телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». Спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. В телеграм-канале есть график работ прививочных пунктов в торговых центрах города. Департамент городского хозяйства и экологии Самары рассказал в своем телеграм-канале, что для повышения пожарной устойчивости лесов и снижения степени пожарной опасности в городских лесах проводится очистка леса от захламленности от сухостойной и валежной древесины. Телеграм-канал администрации Кировского района пишет, что состоялось очередное совещание с руководителями управляющих компаний и представителями МП «Благоустройство». Обсуждали вопросы наведения порядка на придомовых территориях и содержания улично-дорожной сети Кировского района. Администрация железнодорожного района Самары показала в своем телеграм-канале, как ведутся работы по устройству подпорной стены в рамках выполнения работ по благоустройству внутри дворовой территории. Строительство спортивной площадки в районе улиц Мяги и Партизанской идет в целях реализации общественного проекта «Кузница чемпионов», который победил в конкурсе общественных проектов по развитию территории муниципальных образований в рамках программы «Содействие». В детском оздоровительном лагере «Волжанка» прошла игра «Зорница». Она началась с общего построения участников, где команды получили свои названия и девизы. Команды прошли все этапы игры достойно, получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Каждый проявил свои способности и приобрел полезные навыки, а победителем стала дружба, сообщает телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и соцподдержки.